Итак, всем привет. Как вы видите, мы начинаем походить тень Чернобыля. Да, мне довольно долго просили пройти эту серию игры вообще. Хотя я честно скажу, я не знаю, буду ли походить я все три игры, в том числе и Чистое небо, и Зов Припяти. Почему я сейчас скажу? Ситуация у меня, в общем, такая была. На тот момент, когда вышел тень Чернобыля, комп у меня весьма слабенький был, и тянул ее на средних настройках где-то. Плюс игра вообще весьма была неоптимизированная. Мы все эту историю знают и помнят, что приходилось ждать новые патчи. Сейчас у меня последняя версия, тут шестая вроде бы, да. Вроде бы есть еще седьмая и восьмая, но они только для сетевой игры. В одиночную они ничего такого нового не вносят. В общем, через тень Чернобыля я походил несколько раз. Хотя последний раз это было, наверное, года три назад. Но уже на новом компьютере, и, в общем, удовольствие, так сказать, свое получил. Ну вот с Чистым небом это была жопа полная, товарищи, это что-то было. Думаю, всем известно забагованность Чистого неба, по сравнению с тенью Чернобыля это была полная жопа. Полнейшая. Мало того, что игра вылетала во многих местах, так еще и при выходе новых патчей все сохранения тёрлись ему, удалялись почему-то. Да, весьма тупая ситуация была на самом деле. Плюс оптимизация наиужаснейшая была. У меня на тот момент на видеокарта какая же у меня была? Сейчас вспомню. Radeon HD 4870 X2. То есть, по сути, связка из 4870 в одном флаконе, по сути. Ну, две видеокарты почти как в Crossfire. Только все это на одной системной плате. В общем, что, у меня на тот момент, по сути, была мощная система, но даже на ней вся игра умудрялась тормозить. И вылетать, что уж говорить про то, что пришлось ждать кучу патчей. В общем, я на это дело все забил, а когда уже вышла куча патчей, мне уже что-то желания в нее играть не было фактически вообще. Плюс сама как-то ситуация с группировками, с этими войнами, как-то меня не очень притягивает. Мне больше интересно саму зону исследовать, просто в одиночке ходить, так сказать, искать какие-то нычки и так далее. Что касательно Зова Припяти, да, игра в целом вышла неплохая. Намного лучше оптимизирование, чем предыдущие две. Там всего вышло два патча, одних из них даже добавил поддержку DirectX 11. Но уже на тот момент как-то после всей ситуации с Чистым небом как-то уже не тянуло. Возможно, боялся той же фигни с багами. Хотя в целом я после этого всего как-то поиграл, один часик вышел сам неплохо. Но желания как-то уже походить не было все это. В общем, не знаю. Тень Чернобыля я точно пойду. Чистое небо и Зов Припяти я не знаю. Посмотрим по ходу действия. Обещать сразу говорю не буду. Поскольку я их вообще даже не походил. И даже понятия не имею, что там толком творится. Конечно же, придется поставить самые последние версии, попатчить все. Но это другое дело. В общем, ладно, по ходу действия посмотрим. Так, мы начинаем походить Тень Чернобыля, новая игра. На новичке, наверное, не будем, на мастере и ветеране тоже. Я давненько уже очень не играл, давайте на уровне сложности сталкивал. Ну, а с эндингом, так скажем. Что ж, начинаем. Так, сейчас будет вроде небольшой видеоролик, я пока помолчу, вы его посмотрите.
этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий... И мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. В общем, можно было бы это все, по сути, пропустить и нажать как с опытным. Возможно, мало ли кто-то и тегу вообще даже не видел, не походил. Кому-то будет интересно писать как с новичком. В общем, кому это не интересно, просто перемотать. Я, так сказать, это просмотрю все для общего ознакомления. Сам за одну кучу вспомню. То, что уже многое забыл тут, давно не играл. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут, как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни. Каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на миникарте на себя. Дальше. Второй раздел ПДА – это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Что еще? В ПДА есть раздел «Контакты». В контактах список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Плюс их короткое описание, ранг, группировка и их вероятное отношение к тебе. Запомни, пока ты нейтрал. И только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Если поможешь кому, то обрати внимание, как изменится его отношение к тебе. Будь осторожен, если рядом враги. На миникарте они отмечаются красным. Друзья отмечены зеленым. Нейтралы желтым. Я что-то не понял, а куда ПДА ну попал? Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечиваются серым. Это у меня как-то так помогает. Что еще? Ах да, есть дневник. Ну, тут и говорить нечего. Там записывается вся информация, которая тебе нужна. Плюс новости. Даже то, что я тебе сейчас втолковываю, ты там найдешь. Потом, в разделе ПДА под названием «Рейтинг». Увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Я периодически обновляю эту информацию для поддержания соревновательного духа. Глядишь, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры. Кто знает, твои собственные успехи заносятся в раздел «Статистика». Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия. В нее заносится информация о зоне
и советы по выживанию, которые ты найдешь или получишь от сталкеров. В принципе, все. А, еще. В твоей модели ПДА встроен сканирующий приемник широкого диапазона. Отличная штука. Даже переговоры вояк местных ловит. Правда, радиус действия не очень, 500 метров. Вот моя рация тянет на 30 километров, так что я тебя всегда найду. Будешь получать от меня задания и новости свежие. А на первых порах помогу советом. Ну, что? Все ясно? А что у тебя вот в натуре не открывался? Е-мое, блядь, даже тут забагованность. Да, похоже, почти не все смогли исправить. Есть дело меченое. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Так, ладно, выходим тогда уж. Ну, проветришься, заходи. А, зайду обязательно. Так. Так, все, начнем. Ладно, давайте сначала поговорим с этим чувачком. В следующий раз пойдете вглубь зоны. Подходи, пообщаемся! А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Ну, кому надо читать, я этого более-менее помню. Нет, пока не надо. Всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Мужики, ага, я точно. К вам посылаю человека. 3-4, действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, да атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Так, где-то тут еще нычки должны быть, по сути, я это помню. Тут где-то еще пару артефактов должно валяться. Так, я сейчас игру перезапустил. Снизил кое-какие настройки. А то что-то подтормаживало. Так, рубль, я отключил вертикальный... Блин, цену подтормаживает почему-то. А нет, вроде нормально. Ладно, давайте сначала сходим туда. Тут вроде бы где-то артефактики должны быть. Так, вроде нормально, уже не подтормаживают, не подрагивают. Прикинь, в следующий раз на ее месте можешь быть ты. Короче, возле аномалии будь предельно внимателен. Слышишь звук детектора, берешь болты и бросаешь перед собой. Все, до связи. Так, ладно. Тут можно вроде бы сюда полезть. Да, можно. Тут точно помню, что это было. То ли артефакт. Да, вот он, артефактик один. Лица оно местами подтормаживает. Вроде бы не, это изредка, ладно. Так, у нас ничего нет. Так, похоже, тут все. Хотя давайте еще тут посмотрим. Отлично, тут еще аптечечка была. Так, это все вроде бы. Другой вопрос, как мне теперь назад вернуться. Да, это я что-то подзабыл. Так, ладно. Так, подумаем, где тут может-то залезть? А вот. Может, по бочке?
Ну да, точно тут, наверное, и полезем. Вот и все неплохо. Достали аптечечку одну, артефактик. Тут еще где-то у них в поселке должен быть полнычек, сейчас посмотрим. Это я точно помню. Да, вроде тормоза попали, я убрал фильтрацию текстур и сглаживание ихнее. Также отключил вертикальную синхронизацию. Картинка чуть-чуть пошуршавее стала местами. Оружие убрал. То есть, скажем, вот текстурки где-то чуть-чуть помутнее. Не помутнее, так сказать, ну ладно, неважно. Одни тормоза попали, так вот еще одна нычка, тут аптечечка. Изредка, думаю, будет подтормаживать, небольшие рывки, так скажем. Ну, думаю, при обработке это все уменьшится в количестве. Тут где-то еще нычка должна быть, я точно помню. Вроде бы на крыше что-то. Или это надо чей-то КПК найти, подряд точнее. У меня после думоты все КПК тебе будет в голове. Ладно, наверное, не тут. Вообще, честно скажу, я хотел немного другую игру пойти перед Тенью Чернобыля. Но у меня с ней возникли небольшие технические проблемы при записи. Так, может тут что-то еще? Нет, похоже, тут ничего нет. Да, тут явно ничего. Хотя вроде вниз можно спуститься, давайте посмотрим. Так, тут ящик. О, тушеночка. Отличненько. Тушеночка, это хорошо. Давай, залази, залази. Так, где-то еще тут что-то было. Тут вообще много нычек таких в этой поселке. Так что рекомендую всем так осмотреться вначале, тут походить. Чем я сейчас, собственно говоря, и занимаюсь. Правда, я точно не помню, где они находятся все. Да, вот это, конечно, плохо, потому что я не помню. Что-то на кучу, вот я на крышу залез. Ладно. Мешки скоро в узел завяжутся от местной жратвы. Так, ладно. Вроде еще где-то две нычки должно быть вроде. Одна из них это костюм. Точнее, бронежилет. Так, вот еще одна. Тут у нас артефакт еще один. Так, посмотрим, как еще в том домике. Может, там еще что-то есть. Да, кадры в секунду почему-то резко скачут так. То было 60, то сейчас резко 30. Из-за этих перепадов почему-то случаются такие рывки. А, вот еще тут, похоже, должно что-то. Ничего. А, бинты. Ну, нормально, по сути, бинты тоже пригодятся. Думаю, даже очень. Так, вроде все. Сейчас давайте-ка еще вот этот домик осмотрим и, наверное, все. Потом пойдем костюмчик достанем. Пока отправляться никуда не будем, надо тут все осмотреть. Вообще в игре тут много очень нычек, для тех, кто не знает. Мы в будущем также будем находить ПДА других сталкеров. Там могут содержаться, будут, точнее не могут, а будут содержаться информации о нычках кое-каких спрятанных. Да знаю, убрал оружие. Ты ствол-то убери. Да и просто без этого можно тут много чего интересного найти. Так, вот тут вот в коробочке тоже что-то лежит. Так, водочка. Энергетический напиток, ну неплохо. Водочка пригодится против радиации, да, она тут уменьшает количество радиации у нас. Так. Вот тут отмечается радиация уровень. Вообще, наверное, разумнее было бы походить не в Full HD игру, а, скажем, в 720p. Вот опять перепад кадров в секунду был, небольшой урок, но ладно. Так, блин. Тут как-то пойти можно.
Я помню. Да, вот. Там, вот там где-то должна нычка быть на крыше. То сейчас главное перепрыгнуть. Блин. Так, ладно, повторим. Деваться некуда, костюм тут нам нужен. Так, музыкальная пауза. Ё-моё, блин. Разучился уже все. Не, я этот костюм достану, я его серьезно достану, ё-моё. Да, лучше сохранюсь, если что, перезагружусь. Блин, поставил, стоило сюда залазить. Хотя, надеюсь, сейчас долечу. Да, долетел, отлично. Так, главное теперь не упасть. Так, я эту нычку хорошо помню. Даже я нашел прямо в первый раз. Я даже в первый раз на часа два из этого поселка, когда играл, не выходил, вообще серьезно. Чисто тут все местности следовал, в итоге это местечко сам нашел. Хотя потом это видел в других похождениях. Так, вот он костюм. Там вроде бы дальше никуда не полезть. Так, посмотрим, что у нас уже есть. Так. Комбинезон наемника, а на нас что одето? Кожная куртка. Да. Ну, значит, что, наверное, комбинезон пока приберегем. Потому что для тех, кто не знает, в тени Чернобыля оружие и предметы, то есть костюмы, оружие чинить вообще нельзя. Это появилось только в чистом небе. Хотя, конечно, можно сюда установить модификацию, что вроде бы появится починка. Но я игру чистую буду проходить без модификаций, потому что я считаю, что игра должна быть такая, какая она есть, а модификация это уже совсем другое. Поиграть, конечно, можно, но не для похождения. Так, у нас две аптечки, есть тоже неплохо. Тушеночка, кстати, тоже восстанавливает здоровье, если мне не изменяет память. Водочка против леса. Что у нас тут за артефакт? Так, разрыв. Не, не самый лучший артефакт, наверное. У нас защита пока не самая хорошая. Пулестойкость плюс 2, радиация плюс 5. А, она будет прибавляться, радиация. Нет, это нам тоже пока не нужно. Нет, наверное, это мы все-таки лучше потом подадим. Да, подадим. Потому что лишняя радиация нам не нужна, она потом нам здоровье будет уменьшать. Вообще хорошие артефакты где-то только начнут появляться где-то с середины игры, но я думаю так. Если мне не изменяет память. Хотя, может, изменяет. Но они тут будут. Их вообще тут единицы хороших. Есть просто, которые можно использовать, а есть просто хорошие. Так, аптечечка, тут труп. Пустой. Вертолет военных, кажется. Командир, там придурок какой-то взрушается. Жгнем? Отставить. Не хрен на мелочь призабавствовать. Это я мелочь? Самый последний чувак. Блин, сейчас бы базуку, блин, пульнуть в этот вертолет, чертов. Чертовы вояки. Помоги, брат. Чувак, ты как? Возьми с трупа аптечку. Я не доползу. Ну, Надя уже батя. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Ладно, ладно. Что тут вообще стрясось, чувак? Ясно. Ладно, удачи, чувачок. Я пошел дальше. Опять небольшой урок. Был с кадрами в секунду. Так, тут, кажется, тоже нычка небольшая. Патроны, аптечки, отлично. Пистолет какой-то. Так, что это?
с глушителем. Ну, давайте с глушачком возьмем. У него точность, насколько посмотреть, же тут больше. Да. Точность больше. А точность лишней не бывает. А тут собачки. Лучше их не трогать. Хотя там тупак, ебте. Может, там что интересное есть? Ну-ка, бойся отсюда. Это за я. Да, что-то за я с ножичком на нее пошел. Малис тупанул. Ладно. Хвост собаки потом подадим кому-нибудь. Так, тут вроде где тоже что-то было. А, тут вроде должно что-то быть. Только патроны. Так, аналогический напиток возьмем, пригодится. Да, энергетический напиток нам дает дополнительную выносливость. Мы можем бежать больше. Вот скажем, у нас слева внизу полосочка синяя по чувакам. Это наша выносливость. Расходуется на бег и на прыжки. А энергетический напиток ее восполняет. Может быть весьма полезно в будущем. Особенно, когда у нас будет большой вес в рюкзаке. Чем больше мы несем вес, тем быстрее мы устаем. Соответственно. Вот 88 кадров в секунду, а почему-то рывок идет, хрен пойми. Из каких-то двух кадров, е-мое, блин. Ну да ладно. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Ну что у тебя тут? Можно, в принципе, самому было. У нас пистолет как раз с глушаком. Ну, я что-то не совсем в себе уверен сейчас. Давно не играл. Давайте вместе. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать. С наволочку, может, восстановлю как раз. Сейванемся тут. Сейчас надо бы чем помощнее пистолетика, конечно, достать. Там у них вроде двустволочки будут. Абейзики. Абейзы. Это абейз хорошо. Только жаль, он не одновременно двумя пулями стреляет. Тихонько туда поберемся, давайте. Ну кто тут, а? Чё-то он живой? Сучи, ранили. Бинтик используем. Хороший пистолет вообще. Тушеночкой. Под огонь не лезем. Так, тут возьмем все. Ладно, тупаки вообще, наверное, потом осмотрим. Разберемся сначала тут. Помежли ног. Больно, наверное. Ой, как больно. Вылази, давай. Он там что, засел, что ли? Еще один откуда-то вылез. Он живой? Куда он ушел, е-мая? Вот гад меткий. Ну давай, выходи. Хорошо, что он без АБС, а то бы, наверное, нам было бы очень больно. Так, я что-то не понял, они тут всех перебили, что ли, их? Ибо я что-то один, похоже, выстрел других не слышу. Или что, он там спрятался, что ли? Куда он ушел? Нет, не шмаляй!
Не шмаляй, ты что по мне шмаляешь? Так, ладно, вроде бы тихо. Можно пока тут посмотреть. А там наверняка что-то полезное есть, да, в топах. Да им вообще все, наверное. У нас пока груза достаточно. Ну, я имею в виду веса, то перенести можем достаточно пока. Лишнее потом подадим. Вот, информация о схроне. У нас теперь есть информация о тайничках. Где они все, е-мое? Так, двухстолочка есть, отлично. О, там один чувачок. Куда побежал, блин, а? Я еще не закончил разговор наш. Как ты гад. Ну покажи личико. Покажи личико. Ураем нахрен! Зря высунулся. Так, вроде все. Давайте осмотрим тут трупы все. Так, включим свет, а тут что-то темнеет. Погодка какая-то пасмурная стала резко. Да, похоже, всех перебили. Какой-то крик где-то был. А, наверное, показалось. Вообще, можно было одним, по сути, справиться, я думаю. Что-то мощновато тут как-то, не по себе немножко. Ладно. Да, в общем, можно было одному справиться, по сути, но... Осторожность не помешает, я, как говорил, я давно не играл. А рисковать лишний раз не хочется. Так, тут вроде все. Не помню, есть тут нычки какие-то или нет. Так. Так, вот одна нычка отмечена. Вот вторая, вот третья. Ну, это, наверное, потом осмотрим все. Потом их проверим. Нычки обязательно достанем. Там иногда полезные предметы могут лежать. Так, что тут у нас? Чувачка надо освободить, да? Водочка, отлично. Я им понял, вы его что, убили, что ли? Какого чёрта, блин? Вашу же мать, а? Блин. Надо было все-таки в одиночку идти явно. Ладно, жаль чувака, ну что поделаешь. А че я водку взять не могу? Или че, пустые бутылки? Да вроде не. Че за фигня? Да, я что-то не маясь расстроен, если честно. Я ждал его все-таки спасти. Раньше спасал, сейчас что-то не удалось. Ладно. Первый, блин, комом, как говорится. Пока смотрим, что тут что есть. Да, самая тупая, мне кажется вещь. Пока мы не найдем ПДА с тайником, и оно будет, не будет отмечено на нокауте, мы не сможем забрать оттуда ничего. Вроде это так работает, насколько я помню. Поскольку места я многих помню, но там сейчас пусто. Пока ПДА не найдешь.
Скелетик чей-то. Похоже, кто-то повесился. Его, похоже, не сняли. Так, ладно, тут, наверное, все. Все, что можно, уже смотрели. Жалко, конечно, чувачков, которые нам помогали. Ну ладно. Деваться некуда, они знали, нашли, что шли. Как в целом и мы. Да, еще непонятно, почему я этого чувака не спас, я что-то не пойму. Раньше всегда спасал, а сейчас почему-то не удалось. Так, у нас выносливость кончилась, блин. Собачка, даже не думай. Я тебе сказал, даже не думай. Ладно. Так, а уже выбиваем. Сейчас, наверное, все надо будет подать Сидоровичу. Деньжата нам нужны, плюсы купиться. Насколько я помню, сейчас мы это место покинем. А где смеяться? Ну точно звери по цвету шкуры. Так, тут где-то тайник теперь отмечен. Прям на полу спишь, чувак, ты бы хотя бы матрас постелил. Так он вроде на крыше. Если не изменяет память. Да, вот он. Три аптечки, неплохо. Так, свет, наверное, выключим. А то когда выйдем отсюда, это нам нас будет выдавать. Так, тут пистолет лежал, очень даже не заметил, ладно, забьем. Ну попал, и чё? Ничего, сбылась у человека мечта, полетел. Так, подумаем сначала, что нам подать надо. Так, какая у нас двухстолка самая, так сказать, в хорошем состоянии. Так, она у нас экипирована. Ну, это все одно и то же. Оставим пока с глушаком пистолет, значит, наверное. Да. Остальное, думаю, можно подать смело. Есть что-то стоящее? Да. Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка, так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там нетронутые, прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? Ох, и не нравится мне все это. Но деваться-то некуда. Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Ну да. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно? Да. Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад, и через пару километров выйдешь к «Агропрому». И будь осторожнее, на свалке сильная радиация.
Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи. Так, в общем, иначе нам сначала надо будет секретные документы достать, потом в бауте. Ну, мы торопиться с этим не будем, мы тут еще побаудим. Пособираем всякие полезные вещи, потрепимся с многими людьми. Торопиться нам некуда, по сути. Так, сейчас поторгуем. Чем бы еще подать? Какие-то тормоза пошли непонятные. Так, ладно, хлебушек оставим, колбаску оставим, это все пригодится. Так, это он не покупает ни в какую. С костюмом что у нас тут? Может подать его нафиг? Да давайте подадим, у него защита наифиговейшая. А нам сейчас еще с вояками придется встретиться тут в одном месте. Гранаты. Вообще, ладно, пригодятся. Так, закупим аптечечки, бинты. Что у него еще? Тушенка, поскольку у него тут? По 200 рублей, да пошел ты в жопу. В общем, думаю, этого хватит пока. Неплохо. Хороший товар. Да, думаю, хватит. Молодец. Я доволен. Ну? Удачной охоты, сталкер. Ага. Так, костюмчик оденем. Так, в общем, наверное, на этом все. Продолжим в следующий раз. Сейчас как раз тут еще дождь пошел. Красиво. Прям осеннее такое время, как будто тут. Ладно, на этом все. В следующий раз продолжим исследовать зону. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, им понравилось, и до новых встреч.